Я Яна Доннелли, и суть моего проекта – это подарить людям радость и положительные эмоции. Название моего проекта родилось само собой. Называется он «Радость людям». На мой взгляд, меньше всего внимания уделяется людям пожилого возраста. И моя цель – сделать таких людей через музыку счастливыми и радостными. Сегодня я даю благотворительный концерт в гериатрическом пансионате города Запорожья. Все просто в восторге. Спасибо Яне за этот подарок. Я от имени всех наших подопечных хочу очень ее поблагодарить за эту радость. Я думаю, мы получили истинное удовольствие, правда? Да. Ничего не заменит, как радость человеческого общения. Поэтому мы благодарны очень Яне. С такой милой улыбкой, с красотой, обаянием. Она порадовала всех вас. Я очень хочу, чтобы вы улыбались, радовались жизни. И чтобы было у вас здоровье, чтобы вы искренне относились друг к другу душевнее, теплее. Потому что весна на улице, красота. Люди нас не покидают, у нас много друзей. Мы не одиноки с вами, правда? Спасибо коллективу. Спасибо. Спасибо вам огромное за внимание. Вы на самом деле сегодня... Сегодня у нас получилось. Сегодня получилось зажигать сердца, зажигать души. И мы зажглись от вас. Молодцы. Будем у нас концерты. Хорошо. Но такого не было, правда? Не было такого концерта. Это потрясающий концерт. Он нас воодушевил. Воодушевил и успокоил. И обрадовал. Ну, хорошо, что есть такие люди, которые могут нам это доставить. И главное, чтобы не надо там никуда не ехать. Мне кажется, за транспортом к нам приехали, пришли. Подарили такое чудо. Нет, наверное, и Синаев Василий Арсентьевич приготовил вам вот такой подарок, скромный очень, но от всей души. Вот он сидит. Спасибо вам огромное. Вы не представляете, сколько здесь любви, счастья, души. А где этот мастер? Где наш мастер? О, спасибо огромное вам, спасибо. Спасибо, это очень спасибо. Приятно я и говорила, очень важно. Я говорила, что хочу вас обнять. Какая вы хорошая. Друзья, сейчас еще поблагодарю. Да, 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 спасибо большое. Да, конечно, вы что, очень приятно. Вы не представляете, не главное, сколько стоит я в денежном эквиваленте. Главное, что человек старался от души. Вот, замечательная работа. Это ж разукрашивали вы? Вы разукрашивали. Очень красиво, очень красиво. Да, я его обязательно сохраню. Спасибо. У меня есть такая вот полочка. Уже, наверное, нужна коробочка, потому что потихонечку подарочки складываю, откладываются. Очень приятно, друзья. У меня, да, бывает, периодически просматриваю, да, и очень тепло. Вот, знаете, вот бывает такое вот грустно. Я открываю эту коробочку, вот смотрю, там тот сертификатик, там тот подарочек, тот рисуночек. Реально вспоминаю людей, и сразу становится легко, классно на душе. Вот, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. И вам спасибо, дорогие друзья. Вы такие солнечные, такие радостные.